Здравствуйте. Вот мы сегодня будем снимаем на видео наших щеночков первый раз. Им делаем прикорм. Решили их покормить. Это домашнее яичко. Они сисю пока мамину едят. Вот первый раз. Смотрите, как кушает хорошо. Ой, смотри, как он кушает. Ой. Давайте посмотрим, как он кушает еще один. Ой. А вот этот прям ест хорошо. Да. Щеночки маленькие еще. Этот писклявый, да? Пока его нельзя трогать пока что. Ой, как они ходят. А этот что не ест? Щеночков у нас 5 штучек. 4 мальчика. 4 сыночка и лапочка дочка. Вот дочка. Нет, я назову. Ну, называй. Я назову этого Даша. А этого Даша Швец. Даша Швец. А это хорошая Малвина. Так, а еще это пюре. Так мальчики все, а вот эта девочка. Это Буратино. А это Алина. Алита это девочка, да? А это у нас будет хорошенький герой, да? Герой. Все они мальчики. Да. Покажите свои личики. А потом маму пригласим, да, и мама нам покажет, как она любит своих щенков. Хорошенький. Писклявых. Мы их продаем. Да. Правда, Даша не хочет продавать их. Да, не хочет, да. Даша? Но их слишком много нам будет. Пригласите маму, Даша, пригласите их маму, а то она волнуется. Ты любишь их? Да. Я люблю их, особенно всех люблю. Ой, идет к тебе идет. Мальчишки, все мальчишки. Все мальчишки, мальчишки. Все мальчишечки. Они очень маленькие, это чихуашечки. Чихуашечка? Чихуахуа. Вот они, ну, чихуашки. А пригласите маму, пожалуйста. Маму? В студию, маму в студию. Значит, я уже говорила, мы их продаем по 10 тысяч за щеночка, если кому-то интересно. Если кому-то интересно, мы берем... Ну? Я не знаю. Ну? Если кого-то берет щеночка... ты куда пошел? Дашенька, пригласите маму, пожалуйста, в студию. Ты куда пошел? Они без мамы очень волнуются. Пошел? Видишь, как заволновались. Маму пригласите. Ой, запищали. Маму пригласите. Сейчас мы пригласим маму и снимем уже с мамой. А то не волнуются без мамы. Поспешит на помощь разобраться. Кого обидели? Кто обидел? О, ее волнует тоже еда. Волнует еда ее все-таки. А ты посмотри, почему твои лапочки скулят так сильно. Давайте. Где лапочку? Вот ты полюбуйся, а. Все надо съесть. Ой, все перемажутся сейчас. Ой. Это у нас получается... Смотри. Мама, смотри. Им сейчас всего лишь где-то... Так, получается, они родились... В четверг у меня. Черный был котик. Точно не помню. В четверг, ну и месяц, в общем. Им месяц. Малышам. Они, смотрите, толстые. Всю мамку съели. Мамка вон похудела. А ты, малыш мой, хороший. Он пока что не вырос. Это девочка, да? Да. Давай поближе ее покажи нам. Где она? Где? Вот. Вот она, девчонка. Посмотри свою личико. Вот она, девчонка. А все остальные пацаны? Хорошо. Нет, ты назови их Мака, Халы, Хака, вот Герой. Пацанята. Пу-пу. А рыжики. Что? Вот эту назову Мальвина. Они еще толком не ходят, ну, ползают. Иди, ползают, малыши. А этот что-то не ползает, черный, да? У него
Зато они вон сисю хорошо сосут, вон смотри. Сосут только сисю, а не писю. Не писю, да? Не они писю. Вон, видишь, как облизываются. Есть что-то, один только захотел покушать нормально. В основном только вот титю мамину любят, да? Вот этот? Да. Черный? Да. Черный попробуем молоком еще, да? Черный, он скромненькая мама, девочка. Мама, давай попробуем молоко. Молоко им дать? Так это они измазались в яйце. Посмотри, как. Ути мои сладкие. А давай их... Охотятся за мамкой. Конечно, куда вкуснее это мамкино молоко? Я не знаю. Мама. Ути мои сладкие. Мама. Приучаю их ходить на пеленку. Давай попробуем молоко. Сейчас мы попробуем молоко им дать тоже. Но они в чашке вон уже лежат в этой чашке. Они едят там. Ой, зато смотри, как сосает. Ой, сладкий. У тебя кот не бронит? Давай. Мамка их уже от них убегает, поэтому надо их кормить уже всех. Да? Да, прикармливаем. Ну, то есть мы прикармливаем потихонечку. Давай позвоним папе. Чтобы они кормились. Вот и хорошо. Все, поели, мама поела. Все, все довольные. Сейчас мама их накормит. Они поспят. Они в основном спят у нас. Покушают и спят. Поэтому они такие толстые. Прости, зайчик, толстые. Что-то тебе там прилипло, что ли, на лапку? А, нет, это у него такой окрас. Ну и вообще-то желтое яйцо, да, прилипло нам. Да? Облизни, мама, их, помой их, помой их. А вот и мама наша. Она маленькая. Папа тоже маленький. Папа рыжий у нас. Мама весит у нас 2 килограмма, ой, смотри, папа 1.5. Хорошо сидит. Хорошо сидим. А этот, смотри, как хорошо лежит. Весь в яйце. Я тоже как он сидит. Кормим яйцом домашним. Ну, редко. Яйцо тоже, знаешь, можно. Я не так часто нельзя давать. Сметанка. В основном перепелиные яйца со сметаной, с творогом. Прости, я чуть-чуть не... Попробовали дать им молока. Ну, так. Не особо. Не особо они хотят. Где там жирущий, любящий поесть? Не, растопырившись, лежат. А в яйце. Этот. Ужас. Запачкали всю пеленку. Не хотят они кушать. Только мамка, только мамка. Ну ладно. До новых встреч. Ой, уже весь в молоке. Мама, иди пей. Микки. Микки на солнышке греется. Микки, иди пей. 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 Иди пей.